В соседнем с Хакасией Минусинском районе продолжаются сборы кинологов МЧС. На этот раз собаки сдавали самый сложный экзамен – поиск пострадавшего в условиях техногенной катастрофы. Такой тест проводится в заброшенных и разрушенных зданиях. Для экзамена спасатели выбрали бывший энергокомплекс. На развалинах спрятались статисты, выполняющие роль жертв катастрофы. Собака должна была их найти. Напомню, экзамены собаки МЧС сдают вторую неделю. Они уже показали навыки поиска пострадавшего в лесу, прошли проверку на послушание. Это третий этап. По его итогам кинологические расчеты пройдут аттестацию. Собаки должны уметь ходить по кирпичу, по различным конгломератам, оставшихся после развалин здания. Называли много различных запахов, в том числе запахов еды. И у нас одним из элементов является то, что лежит закладка, то есть это какая-то вкусная еда, которая закрыта так, что нет доступа к собаке. И собака, ища пострадавшего, не должна реагировать и обозначать еду, а должна найти именно живого человека, находящегося под завалом.